Всем привет! Данное видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах» и сайта mashmaster.ru. Я хочу показать вам, как собрать коляску после стирки. Итак, для начала смотрите, у меня коляска йо-йошка, у нее спинка ничем не закреплена, поэтому первое и самое основное, что мы должны сделать, это одеть саму сидушку. Здесь есть такое отверстие, там где сетка. И мы это отверстие продеваем на спинку. Так. Аккуратненько, чтобы все прошло равномерно. Все. Далее у нас есть наши главные крючки, да, пластиковые, которые насаживаются в отверстие, хоп, и защелкиваются с одной стороны, и то же самое с другой стороны. Все, спинка зафиксирована, теперь мы переходим ко всем липучкам. Ну, первые липучки сверху. С одной стороны и то же самое, такая же липучка с другой стороны. Так, наши липучки мы одели. Далее, так, сейчас покажу, чтобы было ближе. Далее липучки снизу, значит. Здесь есть пластиковое колечко. Мы проводим в него, как в петлю, нашу липучку и затягиваем с одной стороны. И то же самое нужно сделать с другой стороны. Сперва сверху, потом в петлю. И затягиваем. Все. Да, здесь мы закрепили. Сейчас поменяю положение камеры для того, чтобы вам было видно. Показываю, здесь есть два отверстия и липучки. Необходимо пропустить в отверстие с одной стороны полосочку. И то же самое сделать с другой стороны. Все, эти полосочки между собой снизу мы скрепляем. Вот, таким образом сидушку полностью собрано. Итак, сидушку мы закрепили, и осталось только закрепить ее в центре. В центре точно такая же липучка и такое же отверстие. Просовываете эту липучку в отверстие. И назад натягиваете наверх. Все, прикрепили. Сиденье готово. Приступим, наверное, мы к багажнику. Для начала вот эти пластиковые штуки одеваем, да, на специальные отверстия с одной стороны и с другой стороны. Делаем это под балками поднижними. Далее, показываю ближе, здесь есть такой крючочек и колечко с резинкой. Одеваем уже как бы снаружи, да, балки. С одной стороны колечко и с другой стороны колечко. Так, все. Дальше. Сейчас перемещу камеру снова вниз для того, чтобы было видно. Показываю. Здесь у нас 4 липучки в самом низу и 4 отверстия небольших. Все эти липучки необходимо продеть в эти отверстия. Так. И закрепить. Сейчас я это все проделываю. Так.
с одной стороны две штучки. И то же самое сейчас мы сделаем с другой стороны. Так. Все, переднюю часть багажника нашего мы закрепили. Теперь переходим к задней части. Так. Значит, смотрите, сзади у нас вот такая система. Для начала нам надо ее всю раскрепить. Все эти липучки раскрепляем. Далее проходим вот в эти отверстия и затягиваем в эту складку, да, получившуюся. Прилепляем к ней с одной стороны и с другой стороны. Можно натянуть, да, чтобы было ровно. Все. И закрываем. Все. Багажное отделение готово. Так, дело за малым, натянуть колпак и вставить саму сидушку. Значит, смотрите, здесь три отверстия. По какому отверстию вам надо лямки? У меня ребенок уже большой, поэтому у меня на самом верхнем. Надеваю лямки. С одной стороны, с другой стороны. На липучке прикрепляю. Посередине пропускаем дырки. Наши механизмы по центру. Сидушку как бы лучше чуть-чуть углубить туда, прилепить. И последняя галочка, она там снизу, петелька точнее. Так, все, сидушку закрепили. Лямки привели в боевую готовность. Правильной стороной попасть. Вот все, чтобы не перекосило. Все, лямки готовы, сидушка готова. Дальше переходим к капюшону. Капюшон назад вставляем нашу дугу. Большую в большое отверстие, соответственно, маленькую в самое маленькое. Так. И маленькую. Показываю, да? В принципе, это несложно, думаю, с дугой проблем не должно возникнуть ни у кого. Дальше мы эти дуги вставляем в специальные пазы и закрепляем вот такими веревочками. Капюшон остается как бы сзади. Изначально вставляем большие дуги. Так. Закрепляем веревочками сразу с одной стороны, с другой стороны. Вставляем маленькие дуги, маленькую дугу, маленькие дырочки. И также здесь снизу есть место, куда натянуть резинку. С одной стороны и с другой стороны. Все, у нас осталось прикрепить вот за вот эту ленту липучую и за вот эти две маленькие штучки по бокам. Уже к самой сидушке непосредственно. Раз, два и три. Все. Коляска готова. Если данное видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.